Друзья, всем привет! Ну что, сегодня конец марта, я решил сгонять на рыбалочку. Сегодня хочу разнообразить свой контент и съездить половить щучку. Знаю одну речку, на которой вот в конце марта появляется щучка. В общем, еду, но есть шанс, что там будет закрыта еще река, поэтому... В прошлом году я был в это время примерно, там было уже половодье. Соответственно, в этом году много снега. Возможно, повезет. И будет нормально все. Так что, поехали попробуем. А то все форель, форель. Надо попробовать щучку. Хочу на джиг попробовать половить. Еду где-то к 12 часам буду, как обычно. Не спешу, до вечера половлю. Поэтому, погнали! Наверное, здесь попробуем. Какие-то колышки стоят, может тут белая рыба ловится. И немножко передохну. Фух. Я такой, конечно, щучий рыбак. Так же, как и форелевый. Но просто должна щучка активизироваться, когда вот тепло. Единственное, что сегодня меня смущает, это давление. 180. Очень жесткое давление. И надо очки одевать. Ужас, как слепит снег. О, сразу хоть полегче немножко. А то щуришься очень тяжело. В общем, друзья, что сегодня ловлю? Щуку пробую. Взял коробочку с джигом. Чистый джиг, никаких воблеров, потому что воблеры жалко отрывать. Вот джиг. Самая крупная резина, наверное, вот такая вот, сколько там дюймов? Троечка или четверочка. Решил, что сейчас все-таки щука должна быть с икрой. Соответственно, я думаю, что надо маленькие приманочки. Ну, мое мнение лично. По удочке взял, короче, Белезу Карентия. Потому что под джик у меня, в принципе, ничего нету. Чтобы по тесту подходило. Ну, Белеза, она такая более строгая, чем, допустим, лупус тот же самый. Поэтому я как-то тем более на нее ловил, на Белезу. В принципе, нормально. Справляется она со своей задачей. Но погодка, конечно, сегодня просто пушка. Что, с какого начать? Какого-нибудь, может, и такого? Я думал, там олени ходят, это козы какие-то. Thank you.
поклевка была, то ли за траву зацепился, ну вроде как с ударом такая. Уже интереснее становится. Не, ну здесь точно щука есть. Просто я здесь ее никогда не ловил, но я точно знаю, что она здесь есть. Соответственно, пробуем, продолжаем. Ходить одно удовольствие, погодка, сказка. Что еще надо? Просто идешь вот по болоту и не проваливаешься. А как-то здесь он ходил, проваливался хорошо. Но эта речка такая, тут либо успел, либо не успел. В прошлом году я в это же время был, даже на неделю раньше, и уже вода была в поле. Я даже спинник тогда не разложил. А в прошлом году я тут не был, потому что, ну, как-то так не сложилось. Я думал, что речка еще во льду, но нет. Повезло. Поэтому я, в принципе, если бы, конечно, не давление, больше было бы уверенности. А так, конечно, давление 780 на щуку, блин, а все-таки она больше низкое давление ловится. А у вас ловилась щука в такое высокое давление, как 780? Или там, типа того? Я вообще не понимаю даже. Попробуем здесь. Ну, в целом, ты логично рассуждаешь, да, что если... Сейчас весна, соответственно, мелкие приманки. Потому что у рыбы икра. И, соответственно, это будет приоритет. Как считаете, правильно? У меня надежда там на супер место. Но туда я приду, наверное, часа через два. Ну, блин, это, если честно, если клюнет хорошая щука, как ее отсюда вытаскивать. Я даже не представляю. Ну, пусть клюнет для начала. Там придумаем что-нибудь. Смущает то, что нету, не понимаю, как, не умею читать этот, как речку такую, то есть, ну, где тут яма, где еще искать. Параллель понятно, наоборот, ямки ищешь, кидаешь, там 100% есть. Здесь нам тоже завалы какие-то искать, хотя если она сейчас к нересту готовится, она по идее к траве должна идти. Здесь как раз болото обычно, здесь она может нереститься. Ладно, друзья, пью чай. Смотрите, вот повреждение, когда поклевка там все-таки у меня была. То есть она ударила, получается, сюда. Здесь зубов нет, странно, конечно. Ну что, друзья, поймаю, не поймаю? Как вы думаете? Она одна поклевка вроде была. Прям потащила. Но это не точно. Ладно, идем дальше. Не клюет, друзья, не клюет.
попробую прямо увеличить. Может, все-таки она еще ленивая и лень бегать. Сейчас поставлю что-нибудь большое. Вот такое. Щуку у меня ловит. Как обычно, друзья, только рыбина. Поймал рыбину, и у меня вся камера, батарейка села, все как обычно. О, щучка первая. Малявочка, но все-таки щучка. Вот она какая, зубастая. Ну, та была лучше, которая у меня сошла. Взяла вот на китэч. Все-таки была поклевка, значит, у меня и с утра. Красавицу. Все-таки я вымучил, ладно. Класс. Уже домой собрался идти, но сейчас еще поработаю здесь. Блин, все же обкидал здесь, нифига не работал. Поставил другую приманочку и сразу поклевка. Ну что, ребят, цель достигнута. Щучка поймана. Сезон, считай, открыт. Сейчас попробую еще тут покидать. Тут место такое самое козырное, получается, в самом конце были места. Ну, если на следующей неделе поеду, если все не растает, потому что если тут сейчас подтает, будет просто трэш. Вот, соответственно, можно будет еще попробовать. Но я немножко в другое место пойду. Короче, вот так вот сейчас попробую здесь еще немножко побросакать. Подведем итоги. Рыбалка получилась трудовой, но рыбку я все-таки поймал. Сейчас полчаса до машины. Короче, по приманочкам сегодня рулило две приманки, а именно вот такая вот мандула. Не знаю, что производство. И китэч Easy Shiner. Что-то там, наверное, двоечка, троечка такая маленькая. Две поклевочки на него было, и рыба на него была одна. Что я могу сказать? В принципе, что хотел, то получил. Рыбку поймал, цель поставил, сделал.
Ходить сегодня хорошо. Сейчас, наверное, конечно, подтаяло, будет тяжело идти, но снега в лесу очень много. Примерно где-то выше, чуть выше колена. А где местами по пояс. То есть воды будет в этом году очень много. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Очень тяжело обратно идти. Проваливаешься в самые яйца.